Приветствую вас, и вполне очевидно, что мужчина хочет поменять что-то в твоей жизни, хочет попробовать себя в другой форме, в другой сфере, другой девушкой, и вы определенно, ну никак не можете его удержать. Соответственно, лучше всего в этой ситуации вам продолжать вести себя так, как вы ведете, или точнее, то есть быть веселой, быть там активной, легкой, там улыбаться и все такое, чтобы мужчина видел, что он теряет. И поскольку помощь он вам обеспечивает, но чувствует сейчас влечение к другой женщине, то вы ничего изменить не сможете. Вообще никак. Потому что нельзя заставить человека перестать чувствовать. Вполне возможно, что у него это просто влюбленность, это просто страсть, и она пройдет по истечении какого-то времени небольшого, да? Но очевидно, что мужчина должен через это пройти. Очевидно, что молодой человек стремится к этому на данный момент. Он нуждается в этом, это то, что ему нужно, и поэтому вам его никак нельзя в этом ограничить. Потому что ограничения родят только лишь негатив и попытки освободиться от вас, от вашего контроля, в частности. Дальше. Что касается, значит, собственно говоря, вас самого, то вам нужно показывать ему, что вы, простите, не собираетесь сидеть и ждать его, а активно общаться с мужчинами, если у вас есть такая возможность, конечно, выходить куда-то, гулять, общаться с мужчинами. Видно, что вы живете полной жизнью, что вы не собираетесь грустить, что ваша жизнь с уходом молодого человека не закончилась, что она лишь только претерпела небольшие изменения, но вы не собираетесь его ждать. Если мужчина увидит, что вы также живете полной жизнью, что вы не собираетесь как-то на нем насыгливаться, на мужчине, то есть, то очень может быть, что человек просто-напросто спохватится, осознает, что он теряет, по сути дела, семью и любимую женщину и вернется. Ну, а если он этого не сделает, это значит, что мужчина откровенно вас разлюбил, тут уж ничего не поделать, и вам необходимо воздержаться только от одного. Вам необходимо не воспринимать его поведение на свой счет. То есть, не считать, что его выбор стал причиной каких-то ваших действий. Наоборот, вы делаете все и делали все, что в ваших силах, чтобы сохранить семью. Но насильно милым не будешь никак. И если мужчина перестал чувствовать к вам что-то, то так сложилось. От этого нельзя убежать, это иногда случается. Вам нужно это принять, вам нужно смириться тогда с этим и начинать жить дальше. И, найдя свое счастье, найдя того мужчину, который действительно вас полюбит. Но я думаю, что очень большая вероятность того, что мужчина просто увлекся, увлечение пройдет, и он захочет к вам вернуться, потому что привязанность, тем более привязанность за столько лет, да, так просто не заканчивается, если у вас не было каких-либо ссор серьезных, каких-либо разногласий и конфликтов. Так что пока запаситесь терпением, пока не собирайтесь делать поспешных выводов,
Дайте мужчине самостоятельно попробовать. И уверен, что вы быстро поймете, есть ли у вас шанс сохранить отношения, сохранить семью, или этого шанса нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.